Я рад приветствовать вас, уважаемые телезрители, в студии RTN WMNB в программе «У нас в Америке». С вами журналист газеты «Вечерний Нью-Йорк» Ари Каган. Май месяц очень насыщен праздниками, причем такими праздниками, от каждого из которых становится очень тепло и приятно. Ну, например, День Победы над фашистской Германией, 60 лет государства Израиль, День Матери. В общем, что не праздник, то вызывает только теплые, замечательные ассоциации. И я все думал, как же все это совместить и сделать такую программу, чтобы можно было поговорить и об Израиле, и о отношении нас к матерям, к нашим родителям, к нашим родным и близким. И, конечно же, поговорить о 60-летии государства Израиль. И я подумал, что лучше всего было бы найти такого человека, который имел бы, ну, что называется, непосредственное отношение и к государству Израиль, и к Дню Победы, и к нежному трогательному отношению к своим родным и близким. И такого человека я нашел очень быстро, потому что вот мне, честно скажу, пришла в голову мысль о том, что лучше, чем Марк Нусбаум, никого не найти. И я думаю, в нашей сегодняшней передаче вы поймете, почему. Марк уже был в студии RTN WMNB, вы, наверное, с ним знакомы. Но если нет, я думаю, для вас сегодняшняя наша программа будет настоящим подарком. Здравствуй, Марк. Здравствуйте. Мы с Марком познакомились на одном событии, посвященном трагедии Бабьего Яра. И я тогда очень обрадовался, когда увидел Марка, потому что Марк не только капитан американской армии, Марк не только очень порядочный, честный и достойный человек, у Марка очень необычная биография, и даже его имя необычное. Он назван так в честь своего прадедушки, погибшего в Бабьем Яру. И я думаю, что этот эпизод его биографии тоже повлиял, как мне кажется, на его дальнейшую жизнь. Все в этом мире взаимосвязано. И сейчас я немножко вам вместе с Марком попробуем рассказать, как все это происходило и как Марк оказался сегодня в нашей студии в форме капитана американской армии. И кроме всего прочего, я еще забыл добавить, что Марк на сегодняшний день, он уже, как говорят в Америке, honorably discharged, то есть он ушел, ну, по-советски, если это говорить, как бы в запас, если можно выразиться, или точнее даже, может быть, в отставку. Наверное, все-таки в запас лучше сказать. Хотя по-американски, наверное, запас – это резерв все-таки. Но он еще и учится в Brooklyn Law School, в адвокатской школе. И очень скоро, на мой взгляд, станет блестящим адвокатом. Он уже вот второй год учится. У него 9 мая как раз, я знаю, выпускные экзамены. И несмотря на огромную занятость, по просьбе телезрителей RTN, он все-таки согласился сегодня приехать к нам в студию. Итак, Марк, мой первый вопрос. Я хотел бы, чтобы ты рассказал немножко о своем прадедушке, о своей семье. Потому что, мне кажется, это очень важно. Это то, почему ты стал таким, каким ты стал. Мне кажется, это очень-очень важно. Окей. Про мою семью. Я родился здесь. Ну, мои родители родились в Украине. Мама родилась на границу Украины и Румынии. Именно этот город был Черновцы. И папа тоже близко в этот месту, если я помню правильно, называется Збарыш, рядом Тернополь. А, ну, значит, Черновцы, Тернополь, я думаю, многие наши телезрители из этих городов, так что найдем много очень земляков. Да. But перед это время моя семья от Румынии, и particularly мой great-grandfather. Great-grandfather – это прадедушка. Да, он был… Румынский еврей. Austro-Hungarian. Uh-huh. Да. Австрия. Да. Да, и во время Второй войны он переехал в Россию. Переехал жить туда? Да. То есть, видимо, он убегал все-таки от нацистов? Да, да. Но судя по тому, что с ним дальше произошло, далеко убежать ему не удалось. Да, да. All the stories, я... Ну, вкратце. Да, я слышал столько stories от моей бабушки. Ну, он... Давайте покажем фотографию вашего дедушки, потому что у нас есть возможность сегодня эту фотографию показать.
прадедушка Марка Носбаума, и звали его тоже Марк. Маркус Хенник. Маркус Хенник? Да. Значит, он из Австро-Венгрии, убегая от нацистов, приехал в Советский Союз. Да. Но все равно я так понял, что он, раз Бабий Яр, значит, он оказался в Киеве. Да. Да. И в 41-м году он был расстрелян в Бабьем Яру. Да, это правда. Это рассказывала тебе твоя бабушка. Да. У нас есть фотография бабушки тоже с бабушкой. Замечательная женщина, я с ней, к счастью, хорошо знаком. Ее зовут Анна Тарасула. Прекрасная, очень добрая, загадочная женщина. Вот здесь Марк со своей бабушкой Анной Тарасулой. Да. Это Маркус, это был отец бабушки. И это она рассказывала все время, да, эту историю. Да. Ну а родители, так а где родители встретились? Я так понимаю, не в Черновцах? Нет, они встретились здесь, в Нью-Йорке. Мой мама переехала здесь, в Америку, в почти, я думаю, 73. В 73-м году? Да, да, и она еще 16. Папа потом, когда он еще был молодой, переехал до Израиля. А, в Израиль сначала поехал? Да, там он жил там, он служил в израильской службе там, и после службы... Израильская армия была. Да, он уже приехал здесь, в Америке, они встретились здесь. В Бруклине? Да, в Бруклине. Он был здесь как турист. Он встретил мою маму и потом уже решил, что он будет остаться здесь. Все дороги ведут в Бруклин. Это он говорит, житель Бруклина. Я понял. Ну, я думаю, это такое... Не все было не случайно, потому что так появился Марк Носбаум. Да. Это очень хорошо. Я думаю, повезло всей Америке, что появился такой гражданин США. Теперь я хотел бы, чтобы ты рассказал немножко о своей службе, потому что я забыл вам еще сказать, Марк Носбаум не только капитан американской армии, не только студент престижной адвокатской школы Brooklyn Law School, работает в очень престижной адвокатской фирме, но еще и он награжден уже правительственными наградами, и в частности Bronze Star, бронзовой звездой, за что мы сейчас узнаем. Расскажи, пожалуйста, где ты служил? Я знаю, что тебе удалось служить не только на территории Америки, но и ты в многих других государствах побывал, в том числе в Германии, да, в Израиле, да, в Кувейте и в Ираке. Да. Правильно я говорю? Правильно. Вот в двух словах, все-таки не в двух словах, а подробнее, пожалуйста, вот об этом всем. Пожалуйста. Когда я начинал службу, в американской службе они меня послали до Германии, до бригады. На военную базу. Да, на военную базу. И в этот место был бригаду в американской артиллерии противовоздушных оборонов. ПВО, да. Окей. И этот бригаду имел the only missions. Единственное задание. Да. Помогать Израилю время войны. И речь идет о каком годе идет речь? О второй иракской войне? Это идет речь от первой и второй. Ну, то есть это было уже после бури в пустыне, после первой иракской операции, да, но еще перед второй иракской войной. Да, перед второй войной. О каком годе? 2002-2003? Какой год идет? Это был 2003. 2003 начало года, да. В начале 2003, да, года. Да, январь и февраль. Январь-февраль. Да. И в это время мы были в Израиле, и наша работа была помогать израильской службе подготовиться для войны, когда война начинается. То есть так как ты служил в системе ПВО, я так понимаю, что речь шла о том, что вы готовили, помогали, тренировали и готовили израильскую армию к возможному нападению на Израиль со стороны Ирака, потому что Саддам Хусейн во время первой иракской войны, как вы знаете, когда была операция «Буря в пустыне», он атаковал Израиль скадами, и ракеты падали на Израиль, и поэтому, я так понимаю, теперь же американское военное командование перед началом боевых действий в Ираке во второй раз уже прекрасно понимало, что может произойти это снова, тем более Хусейн постоянно угрожал. То есть была угроза, что Израиль будет атакован ракетами со стороны Ирака, и в этом случае израильской армии нужна была бы, как я понимаю, помощь американской, да, армии. Да. И эту помощь осуществлял ты.